Теперь от улицы Мамонтова до Канатного ни одной ямы. Эта дорога не видела капитального ремонта больше 15 лет. Чтобы ее обновить, властям пришлось вложить в покрытие почти 19 миллионов рублей. К слову, на этом участке дороги за счет транзита большегрузов движение более чем оживленное. Ток не уступает, на самом деле, не Змеиногорскому тракту. Единственное, что двухполосное движение, поэтому по количеству транспорта он здесь в меньшей степени эксплуатируется. Но здесь и объезд для грузового транспорта, для личного транспорта. Ну, это, конечно, количество машин в час доходит до полоса. Поэтому и нагрузка на дорогу соответствующая. Помимо нового асфальта появились и пешеходные дорожки. Жители частного сектора их уже оценили. Раньше мы не могли ни там пройти, ни как. Шли по дороге, все в грязи, все в ужасном состоянии. Очень, конечно, спасибо. И спасибо за нашу улицу Конева, что ее асфальтировали. Большой проблемой на Мамонтово всегда было скопление талой и дождевой воды, поскольку дорога находится в низине. Теперь ее подняли с помощью дополнительного слоя асфальтобетона и проложили водоотвод. Однако жители частного сектора переживают, что вода, которая текла на дорогу, будет подтапливать дома, потому что вдоль них ливневки не выкопали. Все, конечно, встревожены сейчас, потому что весной вся гора течет, снег течет под нас, и все будет стоять, скорее всего, в домах, потому что не так низкие дома, старые. Пожалуйста, сделайте нам ливневки, мы очень за это переживаем. В целом, барнаульцы остались довольны ремонтом. Гарантийный срок покрытия – 5 лет. Городские власти обещают контролировать обслуживание участка и своевременно устранять недочеты. Ну а проверить, удалось ли избавиться от всех дорожных проблем на Мамонтово, удастся только весной, в период таяния снега. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.